Астрида, Бейтан, Элликмерани. أربعة جوكا ديال دابولا دابولا دا لا تقول أحمد سيرة أحمد فيش دوشو على أكيد وي أحمد سيرة دبي وشو على دبي وين دبي يا دار عاش لنا دار عاش لنا أحمد Командующий Башмары. Очень приятно. Здравия желаю. Взаимно когда. Задерживаться не надо, прошу пройти. Сегодня вот мы переместились на новое место. Здесь находимся. Работает штаб 8-й армии совместно с вашей оперативной группой во главе Садова. Работает. Вот здесь расчет беспилотного летательного аппарата. Нормально? Рабочая обстановка. Да, мы это рабочая обстановка 20 лет. Здорово, молодец. 13 лет Адам. Удачи, ребята, да. Мы победим. Обратного да. Пути нет. Ассаламу алейкум. Город разделили на две части, основные очаги. Все полки у нас задействованы, все работают, да, все круглые сутки наши активные управляют. Здесь сейчас мы поджарили, вот видите, вот основное логово, вот оно идет, Азовстальское и основное логово для чистки. Взаимодействие на всех уровнях организовано. Когда у нас мы выйдем на территорию, блокируем окончательно завод Азовсталь через 2 дня. И нам дня 3-4 нужно провести зачистку вот этих территорий. В общем, установка, да, нормально. Что от нас нужно, да, у нас есть все возможности. Мы привезли до разные гуманитарные там помощи, формы одежды военные для ребят, там около 900 форм. Медицинских чат купили, оборудовали, и дополнительно завтра все, что мы заказали, все будет. И коптеры все будет завтра. Тоже, да? Да, все будет. Да. Если что-то нужно, то вот, любой вопрос, нет проблем, сразу мы со мной в связи, замускались, мы воины, если вы видите хорошие воины. Довольно отлично. Довольно вы? Довольно отлично, особенно. А наши снайперы как работают, вообще есть польза? Да, есть результат, конечно же, даже винтовки противника и документы снайперов противника. Есть пожелания, предложения, господа, братья, мои родные? Нет, что есть у вас? Претензий нету, но... Ну, как самый лучший командир здесь, но... Костя, как ты? Я не ожидал, что из тебя станет воином. В Российском университете спецназа проходил. Да, курс не зря проходил, поэтому есть результат. Нормальный парень, хороший, честный, смелый, мобильный очень. Мы его давно знаем, дружим. За Россию готов жизнь отдать, это однозначно. Чем помочь? Ну, если экипировкой поможете, будем рады. Да, экипировка, берцы ваши тоже ребята передавали, привезли. Да, еще нагрузки, везут на час. Квадрокоптеры и это тоже передадут. То есть важный момент. Орден дружбы. Служу Отечеству. Спасибо большое. Я спасибо большое. В следующий раз приедем подписать экономические, культурные, политические соглашения. Когда будем восстанавливать республику, будем помогать. У нас есть хороший опыт, хороший строитель. Тоже будем помогать. Это наш долг. Нам президент поставил задачу побыстрее очистить нечистый. В следующем должны восстанавливать и построить мирную жизнь, как у нас в Чеченской Республике. Мы будем выполнять поставленные задачи нашим верховным главнокомандующим, чтобы это нам не стоило. Спасибо. Так, вставай, командующий. Да, хороший, мы примерили. Да, вот это полностью, вот здесь, вот здесь. Пулемет не пробивает. Тогда я дальше поеду. Да. Всем удачи, счастливо. Потом сядем дома, вместе дома. Ахмат, реальная сила. Вот так говорит наш командующий, самый лучший командующий дома. С вами мы все делаем.